В детский диагностический центр поступил современный компьютерный томограф в рамках национального проекта здравоохранения. Пройти обследование на нем смогут дети из Кирова и районов области, оценил новое оборудование глава региона Игорь Васильев. В детский диагностический центр поступило современное оборудование. Новый компьютерный томограф для кабинета томографии доставили в учреждение в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Стоит подчеркнуть, что аппарат наркозный. Для маленьких пациентов, особенно с тяжелым состоянием здоровья, это просто необходимо, тем более при длительном исследовании. Оценил новый современный аппарат и губернатор Кировской области Игорь Васильев. Конечно, такого рода оборудование оно не может быть одноразовым. Я так понимаю, что там медики, наверное, свое слово скажут, но мне кажется, что самое главное, то, что мы сейчас отмечаем. Во-первых, это поздравить хочется всех медицинских работников еще раз с праздником, который был у них вчера. И отметить то, что у нас в области ни на минуту не прекращалась реализация национального проекта здравоохранения, ни на минуту не прекращалась работа по проектам, которые инициировал президент Российской Федерации по выделению дополнительных денег и оснащению поликлинических, лечебных учреждений, оказание помощи не только больным коронавирусной инфекцией, а вообще всем остальным видам заболеваний помощь не останавливается. Особенно это важно по отношению к нашим маленьким пациентам. Также Игорь Васильев отметил, что такого рода оснащение детского диагностического центра даст возможность юным пациентам получить своевременную квалифицированную помощь. Помимо этого новшества, в 6 лечебных учреждениях идет модернизация кабинетов компьютерной томографии. Еще 4 новых современных аппарата поступили в лечебное учреждение, а 2 модернизированных компьютерных томографа направили в другие медорганизации. Еще в течение месяца в инфекционной больнице появится новый компьютерный томограф, поэтому, в общем-то, все наши обязательства в связи с национальными проектами мы своевременно выполняем. И это очень важно для жителей Кировской области. Выполнение компьютерной томографии – это рутинный метод исследования, в общем-то, и для детей оборудование должно быть новейшее и самое своевременное, которое сегодня здесь установлено. Сегодня прошло обучение рентгенологов на новом компьютерном томографе. Компьютерная томография считается одним из самых информативных методов обследования. Она позволяет диагностировать множество заболеваний именно на ранней стадии.